Добрый вечер. Телефончик пришел мне из Китая, это Redmi 4X черного цвета, International версия. Покупал его в магазине GearBest, значит, отдал за версию 3.32, 3 оперативные, 32 стороны, $110. Такая упаковочка. К сожалению, GearBest почему-то не упаковывают в такие же хорошие упаковки, если отправляют другими службами, только вот новой почтой. Так что, когда выбираете, если есть возможность выбрать новую почту, выбирайте новую почту. Телефончик уже, в принципе, проверенный многократно, он уже рассказано о нем, показано. Единственное, что до сих пор многие не знают, что такое International версия. Есть покупатели, которые рассказывают страшные истории про то, что International версия — это версия самая лучшая, которая сделана исключительно для Европы. Но это не так. Она не самая лучшая, не самая худшая. Это обычная стандартная версия, абсолютно с тем же железом, что и в версии Global. И сделана она не для Европы, сделана как раз она для Китая. Это вас вводит в заблуждение некоторые продавцы. Для Европы, для остального мира версия только Global. Они абсолютно не отличаются ничем, кроме одного «но». И это «но» оно весьма важно, по крайней мере, у нас на Украине. В версии International работает CDMA. Именно в китайской версии телефона работает CDMA. Почему назвали ее International, если она китайская? Потому что в магазине GearBest, например, ее сразу прошивают на глобалку. И после чего обзывают ее версией International. Вот это легко вот. Видите, вот они пишут. Вот. Black International версия. Made in China. Ну и тут написано 3 гигабайта RAM, 32 ROM. Значит, во всем остальном это абсолютно одинаковые телефоны. Выбирать вам. Если вам нужны частоты CDMA, то, конечно же, лучше брать версию International. Не лучше, это единственный вариант, потому что версия Global не будет работать. Версия Global, с другой стороны, обладает другим плюсом. Она имеет европейские частоты LTE, которых у нас на Украине пока еще нет. Тем не менее, нас убеждают, что скоро случится чудо, и у нас всех будет LTE. Верить этому, не верить, это уже дело ваше. Пока что на сегодняшний день мы можем только гарантировать одно, что версия International работает с CDMA и с GSM абсолютно одинаково. Версия Global работает с GSM. Прошивка и там одинаковая глобалочка стоит. То есть ее International он, естественно, перепрошит уже ручками умельцев с магазина GearBest. Тем не менее, это никак не сказывается на его работоспособности. Телефон абсолютно рабочий. Телефон, прошивка абсолютно стабильная. Работает хорошо, обновляется по воздуху. Вы сейчас увидите это. То есть, мы сейчас, когда загрузим телефон и включим его, так подождите, вот тут еще одна штучка. Когда мы включим Wi-Fi, вот сейчас закончится настройка, после того, как мы включим Wi-Fi, у нас будет уже сразу нам придет обновление. Так что за прошивку, за то, что у вас будет китайская прошивка, за то, что там будут какие-то непонятные языки,
Не волнуйтесь. Ничего тут не будет. Здесь будет все стандартное, как в версии Global. Здесь будет русский, украинский язык. Здесь есть возможность локализации. И Украина, и Россия предоставлены здесь. То есть вы ничем не будете обделены. Никакой причины покупать дороже глобалку нет абсолютно. Качество точно такое же. Комплектующие точно такие же. Единственное, вот что в комплекту, вот тут у нас идет вилочка, видите? Вот такая вот китайская. А в глобалке идет сразу европейская. Ну вот тут вам сразу придет. И вуаля. Смотрите. А если вы купите глобалку, у вас будет вот точно такая же. Точно такая же, один в один. Только здесь это разбирается, а та будет не разбираемая. Все. Так что решайте сами. Если вы настроены на то, что в будущем у вас будет LTE, то тогда есть смысл искать глобалку. Если же вы по каким-то причинам вас устраивает и 3G, то нет смысла переплачивать. Повторяю, глобалочка, она всегда была и будет чуть дороже. Сейчас вот у нас загрузится он. Наконец-то. Загружайся уже скорее. Из плюсов, знаете, этого телефона, основной плюс это, конечно, батарея. Вот я вам тут скажу. С этим экономичным процессором, ну, просто HD разрешение. Не надо здесь Full HD абсолютно. И вот этот HD, очень все сбалансировано. HD разрешение, экономичный процессор. И эта батарея. Если бы они еще сюда ну вот, вставили бы 5 Гц Wi-Fi прием, это было бы просто замечательно. И еще, если бы они сделали Type-C разъем. То есть, ну, вот эти две мелочи, и уже был бы совсем другой телефон. Даже не надо делать сильнее разрешение, не надо лучше камеры, еще что-то. Вот достаточно всего, что есть. Но если бы вот эти две мелочи, был бы вообще телефон бомбезный. Ну, так очень хороший, я считаю, как бюджетник вообще идеальный. Теперь смотрите, мы включаем Wi-Fi. Смотрите, вот мы находим Wi-Fi. Как только мы включаем Wi-Fi, у нас сейчас прилетит нам обновление, которое нам звякнет об этом. Сейчас выбежит здесь. Должен выбежать голубенький. Ну-ка. Неужели тут уже обновлено до последней версии? Вполне может быть, кстати. А, 8.5.2. Ну тогда да. Никакого обновления, по-моему, не прилетит. Да, я вас обманул. Версия 8.5.2, поэтому вот видите, недавно было обновление компонентов. И в общем, была здесь недавно обновили, так что я вас обманул. За это прошу прощения. Но тем не менее, поверьте мне на слово, с прошивкой здесь проблем у вас не будет. Про обновления будут прилетать по воздуху, по Wi-Fi и будут прекрасно устанавливаться. Во всем остальном это отличный телефон. За все время я, ну, видел крайне мало проблем с ним. Всем спасибо. Спасибо магазину GearBest. В другом месте за $110 вы его не купите. То есть 3.32 версию я имею в виду. До свидания. Удачных вам покупок в Китае.